С приходом мая в парках страны открывается летний сезон. Готовы к нему и все четыре в Ленинском округе. На главной площадке в Центральном парке города Видное гостям подарили незабываемые эмоции и впечатления. Традиционно у нас 1 мая – это открытие Центрального парка, это аттракционов, это ярмарки выходного дня, это наши мастерицы, рукодельницы, которые делают все своими руками. Мы их здесь всегда выставляем. Все желающие могут посетить наш Центральный парк, да, воспользоваться всеми услугами. У нас также есть небольшая кафешечка со своими какими-то сладкой ватой, мороженым. Здесь всегда многолюдно, но сегодня настоящий аншлаг. Несмотря на прохладную погоду, больше тысячи видновчан и гостей города пришли, чтобы весело и интересно провести свой досуг. И выбор был велик. Арт-пространство с анимациями, выставки творческих поделок, спортивные активности и, конечно, танцы. Также для гостей подготовили концерт и театрализованные представления, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и рисунку. Украсить свой любимый парк мог любой желающий. У нас сегодня мастер-класс «Весенние цветы». У нас там вот даже дерево зацвело, поэтому мы решили вот такую вот сделать какую-то интересную программу, чтобы все было очень легко, чтобы у всех все получилось и было, конечно, у нас у всех хорошее настроение. А ученики художественного отделения Видновской детской школы искусств сегодня на пленэре. Рисуют, разумеется, живописные уголки парка. Вдохновение здесь повсюду, признается юная художница София Коник. Наш Центральный парк очень красивый, в нем очень благородно, он так вдохновляет меня. За что любишь это место? Я люблю, потому что тут очень общительно, много людей, и тут очень приятно находиться. Центральный парк – особое место на карте города. Это настоящая точка притяжения, где можно классно провести время и получить массу положительных эмоций. Мы очень часто ходим сюда в парк, потому что это наш любимый парк. Здесь очень много интересного. Проводятся различные мероприятия, как сегодня, например. Вот мастер-классы. Все для детей. В общем, нам нравится. Часто. Мы всегда на открытии и рядом живем. Нам нравится парк. А что любите здесь больше всего? Ну, аттракционы, наверное, да? Вот ходим, катаемся, гуляем. Что ж, первый майский день в Центральном парке получился веселым и незабываемым. Ярким обещает быть и весь сезон 2023. Его событийный стандарт насыщен разными мероприятиями, спортивными и творческими, на территории всех парков. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.